Привет, зрители, подписчики канала Рик Антона, и перед вами очередные наборы за предзаказ и батл. Также я сделаю с БЧ с редким игроком рейтинг 82+, и, наверное, с него хочу начать. Продавать этого игрока нельзя, я просто надеюсь, что это будет какой-нибудь топчик из АПЛ. Было бы классно, если бы это был бы Канте или Де Бруйни, или хотя бы какой-нибудь из всех игроков, которые у меня уже есть, допустим, Эриксон, Салах, Лукака, чтобы я мог его продать. Или Де Хея, опять же. Поехали. Смотрим. Нет. Это Давид Вилья. Выпал редкий шлаг, ровно 82. Ну, поехали, давайте начнем с золотого набора, потом... Два золотых премиум набора и, соответственно, уже четыре больших золотых премиум набора. Поехали! Ну, в принципе, мне сильные игроки падали в обычных, вот в таких вот подобных наборах за несколько тысяч. Галатасарай, мой любимый Галатасарай. Идем дальше, золотой премиум набор. .77, кошмарный рейтинг. Итак, поехали. Еще один золотой премиум набор. 12 золотых, 3 редких предмета. Ну, скорее всего, какой-то из этих будет игрок. Соп. Итак, остались большие золотые премиум наборы. Пока мы видим, что рейтинг просто падает даже меньше 80. Ну, в этих наборах, конечно, как бы гипотетически шансов словить что-то более крутое больше. Итак, большой золотой премиум набор стоит 15 тысяч монет. Если бы наборы можно было бы продавать, да, то здесь было бы сейчас 60 тысяч монет. Ну, или хотя бы по десятке. А, в любом случае, черная пятница продолжается, да. А, есть еще несколько дней, сегодня и завтра, ну... Поехали, давайте кого-то словим. По сути, пока только Де Хею свою совсем недавно и больше никого. Итак, экраны. Ну, белого свечения не было, поэтому вратарь Испании, я сразу понял, что это не Де Хея, но надежда блистает. Де Хея где-то близко. И английский чемпионат, испанец, вратарь, только не Манчестера, а Челси. Итак, пошли экраны. Надеемся, что, может быть, еще что-то стрельнет. Давайте откроем Неймара. Надеюсь, что это будет экран. Давай, должна игра что-то дать. Давно уже ничего не было. Нет. Даже не редко. Итак, поехали. Два набора, ребят. Ну, хотя бы в одном из них должен быть волкаут. Я надеюсь. Нет, блядь. Ну, что ж такое-то, а? Не, ну рейтинг, блядь, который падает, я просто поражаюсь. Меньше 80, просто 78, блядь, это... Ну что этим хочет доказать я, блядь? Что она просто обосрала все паки, что даже нет смысла FIFA Points вливать. А, последний набор, надежды уже особой нету. Просто открыть да посмотреть. Это жесть, вообще просто жесть, блядь. Да, хуже, по-моему, хуже открытия паков я еще не видел. Ну что, дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, что смотрели. Стримы, как я уже говорил, на 3 месяца отложены, да, до марта 2019 года. Поэтому видео, краткие обзоры, открытие наград, центральные матчи и еще многое-многое другое. Всем пока, играйте в FIFA 19.